дорогие друзья, вы знаете, этот 2012 стал для телеканала РУ-ТВ, наверное, одним из самых успешных, потому что мы появились во всех телевизорах Москвы, наверное, потому что мы устроили большую грандиозную премию, и хочется, чтобы следующий год для нас и для вас был еще более успешным, чтобы денежки капали у вас дома, а все близкие и родные люди были всегда здоровыми. Ну а хит-парад Супер 50 на телеканале РУ-ТВ продолжается. Меня зовут Дэн Зюсюк, и в ближайшее время мы проведем вместе обнимемся, ну а прямо сейчас посмотрим на тех, кто остался в предыдущей пятерке. 30 место. Five to Family. Вместе мы. Номер 28. Доминик Джокер. Если ты со мной. Номер 27. Виктория Дайнеко и Текила. Мира мало. Двадцать шестое место. Аркадий Лайкин. Лайк. Не лайкай никого. И, наконец, номер 26. Рефлекс. Я буду небом твоим. Переходим к 25-й строчке нашего новогоднего хит-парада. Здесь расположились Иракли и Даша Суворова. В 2012 году Иракли проявил себя не только как востребованный артист, но и как бизнесмен. Поскольку артист открыл свой собственный ресторан, куда теперь каждый из вас может приходить. Хотя мы не знаем, какую кухню он предпочитает, остается только догадываться. А вот что касается его музыкальных вкусов, здесь, по-моему, все очень даже понятно. Его нелюбовь на этой неделе на 25-й строчке. Группа «Каста» в 2012 году на премии телеканала РУ-ТВ победила в номинации «Лучший хип-хоп-хит». Их песня «Сочиняя мечты» более 5 недель подряд занимала лидирующие строчки нашего чарта. И неоднократно возглавляла список самых популярных песен. Предлагаю еще раз насладиться этим суперхитом прямо сейчас. Ани Лорак в 2012 году пополнила свою коллекцию наград золотых граммофонов еще одним большим, по-настоящему уже золотым. Она записала трек «Обними меня», ну а теперь еще и одна композиция «Зажигай сердце». Вы за него голосовали, и как следствие, сегодня он оказался в тридцатке самых зажигательных песен, в тридцатке самых громких побед этого 2012 года. Ани Лорак встречаем бурными аплодисментами. После рекламы мы продолжим подводить музыкальные итоги 2012 года. Оставайтесь с нами. С вами по-прежнему Дэн Здесюк и хит-парад Супер 50. С новогодней улыбкой на лице продолжаем двигаться вверх, вперед из песни к вершине самого главного чарта на телеканале РУ-ТВ. На 22-й строчке расположился всеми любимый Дима Билан с клипом на композицию «Так-так не бывает». Свет потише, музыку громче и танцуем всей страной. Полине Гагариной 2012 год улыбнулся во все 32 зуба. Во-первых, она получила заветный золотой граммофон за песню «Спектакль окончен». А во-вторых, ее пригласили сниматься в Голливуд. Говорят, ее партнером по фильму станет мечта всех девчонок, сам Брэд Питт. Действительно ли это так, узнаем уже в новом году. Ну а пока Полина Гагарина твердо заявляет свое «нет» на 21-й строчке нашего хит-парада «Супер 50». Друзья, сразу же после короткой рекламы на ваших экранах появится Лена Боско и продолжит рассказывать о самых популярных артистах 2012 года. Я же еще раз всех поздравляю с Новым годом. Желаю вам, друзья мои, всего самого теплого, самого светлого. И пусть каждое утро у вас начинается с большой искренней улыбки и телеканала РУ-ТВ.